Вот и финал моей личной драмы, говорит Злата Огневич. Любовь была. Вопрос, а была ли она? С моей стороны, да. Всецело, по-настоящему, трепетно, с абсолютным ощущением счастья в моменте. А со стороны Андрея? Думаю, что все услышали его ответ сегодня, и я тоже его узнала. Но немного раньше. Он мне лично все сказал. За это готова сказать спасибо. Поступок ведь хоть и болезненный, и горький в моем восприятии. Прошло немного времени, я смотрела эфиры вместе с вами, и теперь вижу ситуацию с другой стороны. Это открытие для меня. И сейчас я искренне и до глубины души удивлена своим выбором этого мужчины. Почему именно на него откликнулось мое сердце? Почему я себе говорила 1000 раз «да»? Влюбленное сердце бывает слепо. Оно верит бесконечно и не замечает тревожных звоночков, на которые следует обращать внимание. Оно оправдывает, дает шанс и прощает снова и снова и снова, и так по кругу. Думаю, многие женщины узнали здесь себя, женщины, которые слишком сильны. Мне очень жаль, что Андрей лишил меня шанса построить отношения с другим мужчиной на проекте. Он мог проявить смелость и признаться себе и мне, что нет чувств. Мне было бы больно, но я бы это приняла. Андрей мог покинуть проект по своей воле, просто не приняв бутоньерку из моих рук. Мог. Но, покинь он проект вовремя, моя история, возможно, сложилась бы иначе. Но случилось, как случилось. Наверное, мне нужен был этот болезненный опыт, полученный в обстоятельствах самой красивой сказки о любви. Так или иначе, но я благодарю за такой глубокий урок. Возможно ли встретить любовь на проекте? Да, ведь я встретила и влюбилась по-настоящему в момент, когда сказала «да». Я летала от счастья, как никогда в своей жизни. Я расправила крылья и мечтала парить с этим мужчиной на запредельных высотах. Спасибо, холостячка, за такой уникальный и ценный опыт. Я продолжаю верить в любовь. Теперь я точно знаю, что стала еще на шаг ближе к тебе. Спасибо вам, прекрасная и лучшая команда. Жалко, конечно, Злату. А как вы думаете, о каком конкретно мужчине говорит Злата, с которым она могла бы построить отношения на проекте, но уже упустила? О ком она жалеет? Напишите в комментариях.